Так, а это еще что такое? Кидываемся. Какой еще контролер, что ли? Вопрос, где он? Эффект от него, конечно, страшный очень. И тем более жутко это все, учитывая, что тут огромное количество трупов. Как будто бы мы идем прямо в логово контролера. Мой напарник мне уже подсказывает, где конкретно этот гад. Тем не менее, мне дают сохраняться, кстати. Почему-то... Не понял. Так, а что это было? Не удалось, часть испорчена. А, кстати, экзоскелет долго. Надо будет его перетащить. В общем, всем большой привет. Продолжаем проходить Сталкер Ария. И я дошел до бара. Как видите, немного не с обычной стороны. С янтаря я перешел на дикую территорию. Но здесь есть довольно удобный переход на свалку. И я подумал, что относительно безопасно будет перейти на свалку это сюда. Пройти тут путь. И тут почти всегда относительно спокойно. Тогда как всю дикую пройти. Там неизвестно что, как. Какие-то контролеры, кровососы будут прыгать. В общем, я прошел безопасно. Также с Кругловым заметил интересную особенность. Например, как только я перешел с ним на свалку, он замочил и обыскал мутанта. После чего квест снова обновился, можно было сдавать, но ушел он за карту. Я подумал, ну посмотрим, что будет, если я перейду. Я перешел, и он перешел со мной, и уже как будто бы и не надо ему квест выполнять. Где он, кстати? Но он режет. Да, он нарезает мутантов, скорее всего, сейчас квест тоже обновится. Кстати, Круглов. Вот Семенов, то есть, извиняюсь. Вот смотри, допустим, мы сейчас сохранимся и перезагрузимся. Это сбросится или нет? Это вылет будет капитальный. Нет, на этот раз я перезагрузился, и он уже с выполненным квестом. Но опять же, как только я перейду на другую локу, все будет ок. Причем он сам... А, он дальше обыскивает. Да я, в общем-то, готов уже его отпустить. Я не хочу мучиться с постоянной перезагрузкой. Единственное, что я продам ему свои старые ПДАшники, которые у меня тут лежат. Почему бы и нет? Я когда был честным трудом, соответственно, пусть он их забирает. 26 тысяч гривен дополнительно. Ну, в общем-то, все, давайте отпустим бедолагу, готов. Деньги или что-то другое предпочтешь. Кстати, а по поводу репутации надо заценить, сколько дадут. 125, деньги, 28 тысяч. И... подожди. 170. 125 было? Прикиньте, я только что посмотрел, я забыл. Это уже значит, вот, признаки старческой деменции. Но в любом случае, ладно, фиг бы с ним. Наверное, он должен вернуться теперь каким-то образом на локу, на свою. Удачи ему, наверное. Что еще сказать? А у меня тут начинаются мои обычные дела. Наконец-то я дошел до медика и буду сейчас лечить свои переломы. Причем обратите внимание, что у меня и ребра сломаны, и тазовые кости, ну, если не сломаны, то имеют какие-то трещины, что тоже влияет. Боль невыносимая, глушил и водкой, и возрождение потратил, иначе бы терял сознание. Поэтому отдаем любые деньжища, кстати, относительно недорогие, и спим. Валяемся в отключке, терпим манипуляции. После чего я, как смотрю, уже вечером проснулся. 17:43. Ни боли, ничего. Все прекрасно. За ночь срослись кости. Это как в фильме, помните, в том популярном? Брать у тебя мне особо нечего. Ну, кстати, переломы лечит вот этот медицинский набор. В теории его бы неплохо иметь один, поэтому я себе куплю. Именно если я получу повреждения где-то на высоких локациях, где до медика будет далеко и не дотянуть. Например, на радаре. Согласитесь, будет проще там иметь такой наборчик. Кстати, смотрите, обновился арсенал. Теперь тут какой-то АК-74М продается. Правда, изношенный. Дробовичок советуют взять, но как будто... Опять же, у меня и так присутствуют проблемы с объемом. А еще и дробовичок взять, патрон к нему. Тогда с объемом будет вообще все плохо. Я бы взял чисто калашных патронов. Правда, мало что-то, всего один. Всего 30 патронов, то есть это на один магазин. Маловато будет. Дает работу на локации Затон. Беру. Чего? Поможешь спасти... Я... кликнул просто один для того, чтобы проверить. Не, дальше я пойду один. Не надо мне, я вообще-то хотел просто спросить квест, а они, оказывается, могут мне помочь спасти своего друга с Затона, квест, который я только что взял. Вот это да. Только они что-то теперь вообще с поста ушли. Необычно. А, ну время 18 часов, поэтому они ушли. У них пост кончился. Кстати, вот я подобрал все свои флешки, которые у меня были. Сейчас хочу посмотреть, что мне найдется. Ну, в принципе, как видите, тут какие-то плоти, кабаны, то есть разные статьи, как и из дневников сталкеров различных. Поэтому я просто позапишу. Может, новый рецепт появится. Не знаю, сами по себе ли эти ценные флешки, когда на них инфа есть. И теряют ли они свою ценность сейчас. Написано, что торговцы интересуются подобными предметами. Но мой товарищ дешево их принимал. Да, мутантов поприбавилось. Создание предметов. Опа, прикольно. Аммо-бак, то есть дробь тип появился. Ну, правда, как такового рецепта крафта нет. Кстати, спейс-маску надо по-любому брать. Она очень дешевая, но при этом вы видели, что она восстанавливает полностью. Соответственно, клей какой-то я бы тоже взял. Но нет клея. Ну, все эти флешки стоят копейки. Но опять же, есть вероятность того, что после активации они становятся дешевыми как раз-таки. А до этого они какую-то ценность представляют. Но в любом случае, продаем. Мне это не нужно. 5 нашивок свободы? Я не уверен.
Посмотрю. Тут, кстати, теперь опустела локация из-за того, что куча народу померла, когда напал псевдогик. Я не знаю, происходит ли тут респаун спустя время. Очень надеюсь. Иначе бар будет пустой. Да, есть 4 нашивки свободы. А чё, квест не обновляется? Опять. Нормально, 50 очков дали. Уже почти 1000. Ого, сразу вот так вот. Я как раз таки шел, об этом думал. Нам по-любому придется много чего взять. Тоже диазепам 100%. Подожди, что такое? Эпинефрин? Нормальная тема. Она может быть очень полезна там. То есть бахнуть ее 600 секунд, это 10 минут реального времени, конечно, мало. Но на самом деле очень мало-то, даже не хватит весь радар пройти. Так, ну по-любому берем ампулу морфина от боли. ЛСД протектор нам что дает? Пси-защиту, переносимый вес. Вообще меньше 5 минут. При этом опьянение плюс 250 аж процентов. Как будто не очень-то и нужная тема. Ну, да, запамчиков мало, конечно, всего один это... Я, конечно, выпью пси-комплекс там уже на месте и буду стараться следить за всем этим делом. Лёча прессует. Этот вышел из своего торгового места и тренирует долговца, прикинь? Да, мы уже готовимся к походу на радар, потому что другого и ничего не остается. Радар выключить назад, но дальше уже будем решать. Опять же, поддерживайте видео лайком, если вам все это интересно. Мне такое приятно. Все, спим. Есть. Я поспал и получил переходы на армейке, с армейки на радар, ну и, соответственно, дальше все понятно. Ну что, вы готовы морально к походу на радар? Или еще не очень? Я пришел, чтобы своровать экзоскелет. Что-то он совсем плохой, 1% написано. Пришлось буквально все убрать в рюкзак. Но тем не менее, вот он, экзоскелет. Уже настоящий. Ну-ка, аккумулятор. Аккумуляторы нужны. Ёб-моё, там звуки. Причем тут, кстати, хороший аккумулятор. Я не буду его сейчас восстанавливать и идти в нем куда-то. Но говорят, что все-таки в экзоскелете намного проще была бы жизнь. Правда, нам нужно порядка 300 минимум тысяч на его прокачку. А самое главное, там нужно вкачать бег, это по-любому. И объем, оказывается, говорят, что тоже очень нужен. И это все качается, конечно, у чудачка на янтаре. Кстати, смотрите, какой переход хороший. Допустим, прыгнуть на янтарь, с янтаря в мертвый, с мертвого в Лиманск, с Лиманска в Рыжик. И тут есть переход на радар сразу так пробежать. И прямо, по сути, куда надо выйти, а не вот так вот. Но варианты, в общем-то, есть, да. Так, ну что почем? 168 тысяч, кстати, вполне вменяемые деньги. И, ну, я пока починю, но у меня есть сейф, то есть я просто хочу починить, в принципе, посмотреть, что к чему. Дальше говорят, тут надо очень сильно объем где-то вкачать, а где объем-то? А, ну вот, наверное, вместимость. Ну да, она дорога. Ну хотя, подожди, не так уж дорого, но, подожди, недорого это при условии наличия улучшений, инструментов, флешек, да. А у Сапсана, по-моему, его так зовут, техника на янтаре, в 2 раза дороже как минимум все. То есть, ну, 38 умножая на 2, правильно? Правильно, то есть это вообще прям забей. Ну, короче, все понятно, в принципе. Я просто сохраню эту броню. Не так уж и дорого в починка. Я говорю, тут починка брони в целом в игре довольно дешевая. Как всегда, очередной вылет при попытке перезагрузить игру, это база. И пойдем в ТБшки, ребят. Что уж мы теряем? Да, не унесем с собой какую-то часть хабара, ну что, магазины к калашу. Хотя, конечно, есть шанс, опять же, найти экзоскелет монолита. Это самое крутое, что мы можем найти и не унести. Вот это будет обидно. Все, я полностью собрался. Взял с собой побольше от пси. Вода есть, энергетик есть. Патронов взял прямо от души, как видите, достаточное количество. От боли всего лишь один диазепам, к сожалению, удалось взять, больше ни у кого ничего нет. Кофеин, кстати, наша нормальная тема. Действует довольно много, не дает особо какой-то токсичности, но при этом немного бафает выносливость. Совсем небольшое количество. Такой приятный бонус. Особо таблетки карман не тянут, а где-то там, может быть, я подольше, побыстрее пробегу. Да, есть баф. Погнали. Время у нас 8 утра, только совсем утро. Ой, будет жестко. Мой план заключается в том, чтобы как можно больше пробежать, как можно быстрее весь радар и выключить установку. То есть посмотрим, как там пойдет. Будет ли сложно, будет легко. Мне нужно именно выключать установку, потому что у меня всего один диазепам. То есть если по мне будет пси-удар неприятнейший, то все, двоение в глазах начинается. Я его не могу вывести. К сожалению, у нас вот эти вот пси-комплексы вообще никак не помогают. Их надо предварительно использовать, а не уже потом по факту. Взял, значит, с собой 3 глотка воды. Может быть, мало, кстати, посмотрим. Но в любом случае есть еще пару энергетиков, которые я, скорее всего, постараюсь на отдельный путь, на обратный оставить. Ну и полный паёк взял с собой военный. То есть с едой проблем точно быть не должно. Вообще хватило бы 2 консервы, мне кажется. Но немножко я перебзел. Нормально, килограммчиков. Так. Ощутимо, еще и объемчика. Ну да, действительно, если тут по уму собираться в поход, чтобы было все, тут реально нужна экза. Ну еще, ну конечно, опять вылет. Я не знаю, что часто стало вылетать. Конечно, сейчас еще тут сопутствующие могут быть стычки какие-то, которых мне желательно избежать. И как можно в более нормальной форме дойти уже до выжигателя. Проводник вот, например, не отводит на северные локации. Ни на Затон, ни на Янов. А в некоторых сборках он ввел прям сразу на Янов, можно было скакануть. И вот такой вопрос, если я выключу излучатель, откроется ли туда проход?
Потому что очень было бы не лишним. Топора нет с собой, только нож. То есть каких-то здоровых мутантов я обыскивать не смогу. Кстати, тут еще море тайников, но опять же я их игнорирую. Вот этот попутный, может, возьму, и все в целом. Вот там, конечно, шмальба, пусть шмаляются, кто это? О, свобода, вообще кайф. Как раз они для меня враги. Ой-ой-ой, что происходит? Там химера дерется с какой-то кикиморой. Да ну серьезно. Не, ну это дичь, как всегда, вот как всегда. То есть она увидела меня, и она вместо того, чтобы с кикиморой драться, с которой у нее уже атака происходит, драка. Она что делает? Бежит на меня, правильно. Да сиди там, пожалуйста. Ну да. Было очевидно, что пробежать не удастся нормально, спокойно. Что на меня нападут со всех сторон куча народу. Вон они, куча народу. Монолитовцы, кстати, стреляют со свободовцами. Ну, мне это плюс, опять же, пусть они друг дружку валят. Суммарно останется по итогу меньше людей. Тогда даже тайник на остановке игнорируем, ничего страшного. Меня нагружат. Поразительная ситуация. Просто пиздец. Да, теперь будет квест просто добежать до перехода. Ко мне снова вся локация, как видите, сбегается. Просто с ничего, откуда-то сверху бежит ко мне собака. Вот просто по приколу. Там свободовцы, здесь еще кто-то. Попробуй тогда забежать за холм. Может, там поспокойнее будет. Но пока, по крайней мере, ничего не вижу плохого. Сохраниться могу? Могу. Значит, как-то вот так вот, что ли, пробежать. Тут я хотя бы был, в принципе, и что-то знаю. Главное сейчас в радиационный очаг не зайти. То есть, мне кажется, я готов прям... Ну, не по максимуму, но относительно нормально. У меня даже есть... хирургический набор, лик. Да ёб твою... Ну, дайте поиграть спокойно! Это не локация, это какая-то сафари. Вечно тут какая-то сумасшедшая движуха происходит. Окей, могу ли я убежать? А, конечно. Тут же он за спиной. Он траву приминает. Причем он просто сидит в инвизе. Убежал. Вот как-то так. По одной пульке. Переигран? Нет, не переигран. Уже кто-то еще пришел. Но вообще, он там, вероятно, ребята. Все, могу сохраниться. Да. Ручки задрожали. Первый магазин выстрелен. Вот бесит меня эта система, что тут невозможно практически как-то спокойно по-скрытому пройти. То есть, если ты, допустим, не хочешь вступать в схватки, как-то аккуратненько. Не, не получится. Абсолютно всегда у тебя будет с кем-то стычка. Потому что к тебе бегут буквально. То есть, как в примере с собакой, только что на переходе я появился, ко мне уже бежит собака. Хотя еще не выстрелить, не пукнуть, ничего не успел. Сейчас еще вот тут будет... О, вот, вот. Все, можно уже перезагружаться сразу. Ну ладно. Наверное, и такое бывает. Капец. Мужика на всю локу растянуло. Так, вижу, что монолитовцы уходят. Беспокоить их не собираюсь. И, наверное, да, я могу сохраниться, потому что они ушли. Опять же, стычек по минимуму. Опа, это кто? Моментальнейшая реакция. Вот что это, если не АИМ? Я выстрелил с глушителя, я выстрелил... Да все, мы это уже 100 раз обсуждали. Просто тут, понимаете, ублюдская система наведения NPC. Вот просто ублюдская, искусственная. Прям всеми фибрами души она искусственная, и это видно. Просто тупорылая наводка. Он даже не пытается найти, откуда стреляют. Он просто наводится. По факту моего выстрела, хотя я напомню, я с глушителем. Монолитовцы, кстати, победили свободовцев. Но мне этих двух по-любому надо как-то вынести. Вот, пожалуйста, опять. Вот что я сделал? Жесткий ты. О, по мне уже вон оттуда начали стрелять. Я, кстати, гранату совсем забыл взять. Давай, еще 10 кинь. Может, попадешь. О, и ведь никак не пробежать, понимаете? Никак не пробежать. Не, я, конечно, могу, кстати, влево уйти, попытаться. В общем, наверное, я попытаюсь вот сюда уйти. За теми ребятами. Мужика жестко расквасило по всей локации. Кто нас тут тусуется? Непонятно. Опа. Уже заметили. Кстати, это вот не исчезают трупы. Вот сколько это чучело висит? Я в какой серии? В 7-й, 8-й пришел? Чё там происходит-то? Ё-моё.
Там у кого-то пукан горит. Это я, кстати, после игры в этот мод. Никак иначе. То есть это вообще тут... Ой, не, я ничего подбирать не буду. Пошли просто, не будем. С этого я вообще подобрал, по-моему, протоэкзоскелет. Если у них есть ПДА, значит, я на тот момент про обуз еще не знал. То есть представьте, насколько это давно было. Ничего, лежат. Я не понимаю, где враги. Но был он на дороге. То есть, может, он меня не видел? Мои перемещения. Сейчас будут меня там искать. Я даже сохраниться могу. И вообще, блин, у меня зеленая куртка. Смотрите, я должен с природой сливаться. А так у меня вообще монолитовская. Нафиг они задалека по мне стреляют? Вдруг я свой? Не, ну однозначно, лока жирнющая. На нее просто периодически заходы делать. Я уверен, тут и препаратиков можно подыскать у монолитовцев. У них, кстати, в теории жирный должен хабар прям падать. По крайней мере, в каких-то иномали, в сборочках, с них прям и улучшения падают, и таблетки всякие интересные, и аптечки. Такая группировка обеспеченная. Ну, обошел, кстати, шелупонь. Местную аномалию. Ой, меня. Я уже с***ался, понимаете? Мне уже хочется пойти что-то делать, а не вечно меситься до полного отказа с мужиками в 4 утра. Все, наконец-то я перешел на радар. Да, обратно будет, кстати, очень сложно идти. Это факт. Потому что ну, все эти чучела будут на месте. И они меня будут ждать. Теперь мне нельзя допускать, чтобы по мне попадали. Иначе это все будет очень плачевно. Любой перелом. Ну хотя, опять же, перелом я могу пережить еще. Вот сейчас пойдет реальная пьянка. Но хотя бы сзади никого не будет. То есть один из плюсов. То, что сзади никого не надо ждать. О, шмальба пошла. Пусть, пусть. Шмаляются, постреляются. Ой, нет, прибор стоит. Все, все нормально. Все, вот этот путь нам надо проделать. Через лес не пойду, скорее всего. Хотя, опять же, таким образом ты минуешь множество монолитовцев, да? Пройдя через мутантов. Но все равно ты тут выйдешь, тут монолитовцы. Не знаю. В таком случае, опять же, надо было вообще через рыжий лес вот так вот идти. Хотя и там своих противников хватит. Тут вообще есть кто-то? Потому что я никого не вижу. Нет, тут никого не было, я даже сохраниться могу. Значит, все вообще здорово. Нет, топор надо было взять. Опять же, деревянные ящики. Но это мне не надо, спасибо. По состоянию хабара, кстати, у меня же еще не работает дозиметр. Нафиг мне детектор? Нафиг я его вообще взял? Ну, препараты вроде бы не отравлены никакие. Вот оно, пошло. Пошло, поехало. Так, секундочку, надо отойти. И вкинуться. Вы согласны? Вкинуться и очень сильно следить, потому что таблетки вот эти действуют 240 секунд, если я не ошибаюсь. А ну-ка. Не, 600, кстати. А, нормально, это сколько? 10 минут. Но не защита хуже. А вот у этих как раз-таки, вот они 240, но у них защита в 2 раза больше. Но это не важно. Я вкинулся, и нам надо, ну все, вот именно из-за фантомов чертовых, бежать и выключать излучение. Если я получу раздвоение, то, к сожалению, это, ну, я не выведу никак в ближайшем будущем. Ой-ой-ой. Где там собака? Все, подох. Нафиг он собаку туда заволок? Ну и ты? Реально собака. Когда они научились по лестницам лазить? Вот они, фантомы. Кстати, монолитовцев как будто не так много. Фенечка. А, все, выносливости нет. Смотри, сколько ящиков. Раз, два, три, четыре, пять. Фантомов много. Прям очень. Но опять же, есть огромный плюс. Мало монолитовцев, я заметил. Очень мало. Ну из-за таблеток, кстати, пить. Хочется. А, так я отравился сильно, кстати. Сколько? Ну много. Какие-то уже другого рода звуки. Тут все в аномалиях. Так, чтобы не сореть. 100. Ой, если что-то отравилось. Но пока ничего, кстати. Да, пока ничего не траванулось. Слушайте, а тут оказывается все проще, чем я думал. Я-то думал, тут будет груда монолитовцев, как тень Чернобыля. А что ты крякаешь, я не пойму. 100, 97, 101, 97. Ты падаешь или ты растешь? Я вот что не пойму. 98, 100. Непонятно. Но в любом случае, пока ничего не отравлено. Опа, а вот они. А тут все отравлено.
При этом я хер попаду. Ну да, тут уже невероятно сильная радиация, то есть в такие места мне нет смысла соваться. То есть надо прямо отсюда как-то его выносить. Все мимо. Кстати, зря сигареты выложил, они были дешевым способом вывода радиации. И с водой я очень сильно все-таки оплошал, в том плане, что вода была в том числе для вывода роды и для таблеток. Тут таблетки надо запивать водой. Короче, энергетик придется пить. Он как раз минус роду делает. О боже, сейчас я... Подожди, у меня сейчас 10 анимаций пройдет. Снять, надеть, жопу потереть. Подожди, подожди. Опа. Но урона не нанес в любом случае. Все, пробуем еще раз. Может, хоть сейчас попаду. Да, он сдох. Все, мы можем сохраняться хотя бы. Хотя бы одного вынесли, что поразие. Но радиация как будто, не знаю, суммарно падает. Сколько у меня там? Мало. Сколько тут? Тут все прекрасно. Все магазины заряжены. Теперь надо с Челиксом на вышке разобраться. Он там вообще его не видно. Надо, короче, попробовать пробежать тогда. Так вот. А, вот тут уже нельзя сохраняться. Тихо-тихо-тихо. Тут даже куча фантомов. Ты там? Нет. Они сейчас таких прям крысиных мест идут. Вижу. Не дают сохраняться. Значит, есть еще. Дают? Не дают опять. Не понимаю тогда, где еще один. Ну, хотя, ну тут может быть, да. Я про тебя. Да что, ну с... Бесконечные фантомы. Ну, тут один еще сидит. Если нет, я расстроюсь. Понятно. Где? Вижу. Ну, сейчас, как всегда, все будет мимо лететь, но только не туда, куда надо. Ох уж это навык владения оружием. Могу? Наконец-то. Так, что по радиации? Падает, падает она. 76 уже, было 100 с чем-то все-таки. Тот не активен. Я не боюсь представить, что будет, когда у меня заряженный магазин кончится. Опять же, их обыскивать на текущий момент смысла, наверное, нет, да? Поэтому просто пошли дальше. На обратном пути кого смогу обыщу. Нифига себе, даже новый ПДАшник. А, ну я перезагружался, наверное, когда его убил. Чего? Подожди. Я только что оттуда, там никого не было. Откуда он взялся? Его тут нет. Отсюда тоже никого не идет. Я сохраняться мог, значит, рядом никого не было в окружении. У меня сзади, буквально сзади появился тип за спиной. Подожди. Подожди, братан. Подожди, я сейчас попаду. Подожди, подожди. Ура, я попал! С 10-й пульки. Ну ладно, скажем спасибо, монолитовцев могло быть и больше. Вот тут должен быть пулеметчик сейчас. Вот, вот он, башка светилась. С 10-й пульки попал, слава богам. Подожди, подожди, стой на месте, брат, подожди, пожалуйста. Сейчас, сейчас я попаду, сейчас. Сейчас, сейчас. О, нормально. Прогресс. Могу? Могу, отлично. Скоро придется перезаряжаться. Надо будет укромное место найти. В принципе, я знаю, какое место, вы тоже знаете. Может, не игнорируйте этих малышей? Что они мне? Пока что у меня с головой все окей. Ёпты, кто там орёт. Смотри, опять же, опа. Так вот, его обманываем. Даже энергетик кончился. Ё-моё, как я долго на одном месте стою. Опа. Вот тут уже будет сейчас очень-очень опасно. Потому что они тут прям, их много будет. Вот они откуда стреляют, а я даже не пойму откуда. Даже намека нет. Все, вижу. О, да ладно, игра решила мне, знаешь, что... Жалуешься, что попасть не можешь? Вот, пожалуйста. Ну, спасибо, спасибо. Где еще? Я знаю, что он там должен быть, и его не видно. Фига ты, Рэмбо, а что ты с пистолетом каким-то? Ковбой, что ли? Что, ты с пистолетом начал стрелять? Я тебя вижу. Сейчас, сейчас, подожди, я попаду. Отлично. Не... Дела идут отлично. Чего достал? Ну, опять же, ну, гранату единственную я бы взял, потому что я не знаю, что меня ждет в подземках, а гранат у меня нет вообще, то есть одна. Что-то я вот с этим моментом маленько продуплил. Но все равно, конечно, тянет, тянет, обутывается. Давай не будем. Пофиг. Что будет, то будет. Еще достаточно монолитовцев будет в самой подземке. Я еще успею налутаться, если уж я так хочу.
А сейчас нам надо хотя бы дойти, в принципе. Хотя бы до конца этой серии проникнуть в лабу. Ну что, и что? Главное, чтобы... А, урон по мозгам есть, все. У них-то почему-то выстрел постоянно кажется... А, там с ППШ стреляет. Хотел сказать, что как будто из пулемета долбит. Не, нормально. Еще есть кто-то за плитами? Да. Понял, как всегда, все выпало из рук. Не, ну увидели, все-таки у меня навык-то стрельбы повышен был. Не все так плохо. Гренку. Всех игнорим, бежим, ребят. Наша цель, в конце концов, надо не забывать. Выключить излучатель. Что там по роде, кстати? Ну... Непонятно. Она на том же уровне почему-то держится. Сейчас, подожди, подожди, секундочку. Сейчас, секундочку, сейчас, сейчас, секундочку. Так, а... По поводу предметов. Ага. Вопрос, где я обучился, в какой момент. Сейчас будем еще... Видите, то есть, столько в игре говна. Хорошо, ты пришел на локацию. Ладно, надо сначала пройти аимных типчиков этих. Хорошо, ты их прошел. Теперь надо пройти облучение, которое тоже откуда-то не возьми взялось. И где теперь я? У меня не облученные предметы. Можно только фантазировать и догадываться. Тут уже и облученные, правильно? Правильно. Все, причем облученные, мрази. Они прям делают так, чтобы сразу все облучалось. Причем, опять же, где-то прибор орет, и при этом у тебя ничего не облучается. Где-то прибор молчит, но у тебя весь инвентарь уже облучен. Сразу вот отсюда начнем. Смотри, прошел место, но нет, сука. На тебе, облученные все предметы. Тут они уже тоже облученные. И тут облученные, прикинь. То есть мне реально начинать автосейв. Разрабы, пи***.